обстрелянная колонна. Для тех, кто будет писать, что это якобы украинская колонна, ну, можем посмотреть. İşğalçı Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynanın Donbas vilayəti istiqamətində hərəkət etməyə cəhd göstərən növbəti böyük hərbi kolonu Ukrayna ordusunun pilotsuz uçuş aparatları və artilleriya vasitələri ilə məhv edilib. Yayılan görüntüləri sizə təqdim edirik. БТР, там всё проще. Что только тут нет? Сейчас ещё танки. Обстрелянная колонна, для тех, кто будет писать, что это якобы украинская колонна, ну, можем посмотреть. Рус. И вот все, что случилось с российской колонной, которая пришла в Украину. Вот. 31, 33, 87 Рус. Всякие грузовики. БТРы, там все прочее. Что только тут нет. Сейчас еще танки.